Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Область получила 17,5 миллиардов из федбюджета. Эта сумма поступила в регион в прошлом году, сообщает Минфин. По сравнению с 2016 годом доходы увеличились почти на 20%, в основном за счет увеличения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целом доходы области в прошлом году составили порядка 45 миллиардов рублей, то есть на средства федеральной казны пришлось более трети. Программа «Экономика». Город планирует заработать 66 миллионов от продажи своей собственности. Это предусматривает проект программы приватизации муниципального имущества, который планируется вынести на ближайшее заседание Гордумы. В конце прошлого года документ принимать не стали, поскольку глава администрации выступил против запланированной ранее приватизации части акций предприятия «Куприт», а депутаты усомнились в необходимости продажи площадей торгового центра «Европейский». Теперь к продаже предполагается 69 объектов недвижимости. В основном это нежилые помещения, как с землей, так и без, расположенные в отдельно стоящих зданиях и на первых и цокольных этажах, и в подвалах многоквартирных домов. Ожидаемый доход в 2018 году 66 миллионов рублей, хотя в программе приватизации заявлено имущество на 130 миллионов. Это связано с тем, что чиновники заранее ожидают, что большого спроса на муниципальную недвижимость не будет. Экономика на 101 FM. Далее в выпуске информация от наших партнеров. Уже к июлю все предприниматели, которые работают с физлицами, должны обзавестись онлайн-кассами, иначе их ждут штрафы 30 тысяч рублей. Последний срок перехода неоднократно переносился, и у некоторых налогоплательщиков все еще есть время на покупку оборудования, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Отсрочку применения онлайн-кассы до 1 июля 2019 года получили ИП и ООО на ЕНВД, ИП на патенте, кроме розницы и общепита. ИП на ЕНВД и патенте по рознице и общепиту, если у них нет наемных сотрудников. Также отсрочку получили ООО, ИП на упрощенной системе и общей системе, если они оказывают услуги населению и применяют бланки строгой отчетности. Могут не применять онлайн-кассы до 1 июля 2019-го ИП без сотрудников с вендинговыми аппаратами. Специалисты отмечают, что налогоплательщикам при приобретении оборудования не стоит забывать о возможности применить налоговый вычет. Помощь профессионалов в ведении вашего бизнеса. Компания «Бухгалтер и я». Телефон 46 42 81. Экономика. В завершение о курсах валют. Доллар и евро подешевели почти на 20 копеек. Американская валюта стоит сегодня 56 рублей 41 копейку, евро 69,07. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.